Всем привет, с вами Вульф, и сегодня я продолжаю проходить игру Far Cry 4. В прошлой серии, как вы помните, мы подожгли поля с наркотой. Начали выполнять задание Сабала. И из-за этого обиделась на нас Амита, так как она хотела спасти поля и сделать свой наркобизнес, так сказать. И, ребят, не забывайте вознаграждать меня своими лайками и подписками на канал. Ну что ж, теперь давайте выполнять задание Амиты. Найдите обитель спящих святых. Окей, погнали. Так, что-нибудь прокачать-то я могу. Да нет. Ничего нужного я прокачивать не могу. Ну ладно, тогда поехали на задание. Слава богу, вооружились пулеметом наконец-то. Потому что с пулеметом будет, конечно, полегче играть. Так, и как тут проехать? Надо отметить точку, чтобы было легче. Ага, нам назад. А где тут объезд-то был? Я что-то его не заметил. Ну ладно, может, сюда проедем тогда. Погнали. Так, почти доехали. Ребят, на самом деле я хотел начинать видео в 1080p, но мне для этого нужен новый процессор. С вас я, конечно, деньги брать не буду, да и никогда этим не хочу заниматься. Лучше уж самому накопить, чем, так сказать, просить деньги у своих подписчиков. Это как-то совсем некультурно, я считаю. Когда некоторые видеоблогеры или летсплейщики, скажем так, просят деньги у своих подписчиков. Так, ну ладно, пойдем внутрь. Как тут забраться-то? Не понимаю. Я знаю то, что можно на слоне врываться, но у меня слона-то нету. А, если только так, ребят. Да куда ж ты прыгаешь, придурок? Ай, боже мой. Как-то не очень мягко я приземлился, блин. Стоп, а как тут тогда пробираться-то? Я что-то не понимаю. Надо как следует, наверное, раскачаться, я думаю. Давай. Погнали. Теперь дальше идем. Так, отцепляйся. Молодец. Оп, осторожней. Так, наверх. Давай, 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 быстрей. Немедлим, немедлим. Хорошо, что тут можно пробраться. Так, еще раз раскачаемся. Ну давай, спрыгивай. Блин, правда, ХП я теряю немножко в итоге. Ну да ладно. Ага, забирайся. Я надеюсь, это конечная остановка. Так, пойдем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребята, что это было? Не найдите и нейтрализуйте детонатор. Пошли вы, твари, попался, блин. Это вы попались мне, а не я к вам. Сука, гребаный снайпер. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое, а? Вот же срака, а. Ненавижу этих снайперов. Так, и как тут забираться? А, вон, вижу. Нужно
Так, быстро к снайперу, быстро к снайперу, быстро к снайперу. Быстрее, быстрее, быстрее. Получайте, твари, из пулемета. Перезаряжай это дерьмо. Ну давай, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Что ж так долго это дерьмо-то перезаряжается? Ах ты сука, а. Как не вовремя вы подходите, тваря. Побежали, побежали. Бери патроны и идем дальше. Нет, перезаряжать пушку нельзя, не надо. Так, забираемся. Сейчас я убью парочку солдат, тогда перезарядим свое оружие. Ненавижу этих хренососов с дробовиками, они меня бесят. Это тебе не жить, тварь. Сейчас я перезаряжу свой пулемет, и тебе будет пипец, понял? Ну, наконец-то я этого снайперюгу завалил, бля. Не прошло и полвека. Давай, давай, забирайся. Быстрей, 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 быстрей. Так, где там С4 заложили они? Ага, вижу. Давай, ломай. Защитите оставшуюся статую. Окей, погнали. Подкрепление идет. Ну, RPG я могу вместо пулемета взять, да? Нет, не буду этого делать. Так, гранатомет нам пригодится. Давай, иди, иди сюда, тварь. Получай, тварь. Получайте, скоты. Я вас всех убью, твари. С гранатомета-то, да, сучки? Ой-ой-ой. Ко мне подбираются. Так, попаду, нет. Немножко не попал. Ну, идите, идите, твари. Ой-ой-ой, там снайпер. Где он, футбол? А, вон, вижу его. Ну что ж, какое-то, я не попадаю. Ну, наконец-то попал по нему. Так, еще вертушка, надо ее сбить. Стой, тварь. Блин, патроны в гранатомете кончились. Вам повезло, тваря. Ай-яй-яй-яй. Кто там в меня стрелял, а? Сволочь, ну стреляй же. Пошел ты, тварь. Ой-ой-ой, что взрывается, что взрывается? Какие-то фейерверки гребаные около меня взорвались. Уже ни хрена. Да лечись быстрее, сейчас же убьют. Да черт! Не успел я вылечиться, ну ладно. Снова попробуем. Опять эти нереальные миссии Far Cry 4, как они меня бесят. Кругом сплошные трупы. А! Погодите, тут снайперка была. Я ее не заметил на самом деле, ребят. Ну и пользуемся снайперкой, хрен ли. Думай, да, ребят? Так, перезаряжай это дерьмо. Черт, а? Не попадаю. Ладно, берем пулемет. Хрень, это снайперка, конечно. Держись,
опять навыки можем прокачать. Но у меня же... А, у меня 2 очка навыков. Я думал, одно. Так, убийство метательным ножом. Нападайте на врага и убейте его с помощью F. Затем нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить его нож другого противника. Погнали. Может, используем сейчас эту способность. Можно попробовать. Да блин, вот почему-то, когда берешь патрон, перезаряжаешься все время. У меня совершенно этого времени нету. С честью, ну конечно. Собака гребаная. С честью он умрет, блин. Получай, тварь. Так, где-то здесь очень много находится. Так, убил их, замечательно. Чего ты взялся за голову, тварь? Надо, короче говоря, все время двигаться и не стоять на одном месте. Блин, лучше вот около этих бочек не стоять, конечно, ребят. А иначе убьют сразу. Так, лечись. Молодец. И сбиваем вертушку, если я, конечно, успею. Нет, не успел. Ну ладно, хрен с ним. Ах ты, тварь, чё ж ты не дохнешь? Получай, паскуда. Так, у меня же есть приманочка. Так, сражайтесь со зверем, твари. Надо подлечиться. Быстренько, пока их зверь мой отвлекает. Так, еще один зверь прибежал, замечательно. Эй, вот тваря. Да пошел ты нахрен, тварь. У меня уже хп, блин, мало из-за тебя. Иди, иди ко мне. Иди сюда. Блин, а? Ах ты, сука. Да иди нахер! Нахер, пошел, тварь. Ай-яй-яй. Ну прыгай же на это дерьмо быстрее. Все, убили. Убили. Блин, аптек нету, ничего нету. Хреновенько, ребят. Да хватит по мне стрелять, сука. Чтоб тебя. Давай, лечись быстрее, не перезаряжай этот гребаный гранатомет. А лечись давай. Слава богу, успели. Вылечиться. Вот, тварь, я тебя и дождался. Скотина такая. Никак не мог с гранатомета, блин, по нему попасть. Эти статуи душа Кирата. Пора зажечь жаровню, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Собал, как мне добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. Лезь, брат, лезь, зашибись. Ну, погнали. Хрен ли. Давай, давай, сбираемся, сбираемся на эту руку. Пришло время зажечь жаровню. Какого хрена? Черт возьми, я тут вешу, как дерьмо какое-то. Давай, раскатывайся. Давай, взбирайся, молодец. Зажигай жаровню. И погнали к следующей жаровне. Готово. Теперь хоть видно лучше. И то хорошо. Давай к следующей жаровне. Ну давай же, дерьма кусок. Что это было, твою мать? Ой, зашибись. Я в последний момент просто узнал то, что они придут на самом деле, ребят. Спасибо, брат.
Эти статуи — душа Кирата. Пора зажечь жаровни, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Не добраться до этих сраных жаровин. Лезь, брат, лезь. Лезь, брат, лезь. Боже мой, я посмотрел на тебя. Если бы ты сначала отбивался от врагов, и потом бы тебя заставил какой-нибудь упырь лезть наверх к этим жаровням гребаным. Когда тебя еще обстреливают какие-то хренососы, извините. Меня за такое выражение пристойное. Тем более до этих жаровин хрен доберешься. Да зацепляйся, чтоб тебя. Там же можно было зацепиться. Почему ты вниз-то спрыгнул? Ой, как мне это бесит, миссия, на самом деле. Давай снова. Я просто забыл вот эту жаровню сначала поджечь и побежал сразу же к следующей. На этот раз я ее зажгу и следующую сразу же, ребят. Давайте прям так и сделаем. Чё ты делаешь, блядь? Придурок. Куда ты зацепился? Вот сюда надо цепляться, идиот. Да ты можешь зацепиться-то своими ручонками, господи. Я прям около этой руки находился, а оцепился и что-то вниз попал. Эти статуи душа Кирата. Боже мой, как мне нравится его по 100 раз слушать. Чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Сабал, как мне добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. Я потом тебя в эти же жаровни скину нахрен, тварь ты гребаная. Вместе с твоей Амитой, любимой. Чтоб вы горели в аду, твари, кто придумал такую миссию. Так, снова пробуем. Я надеюсь, ты в этот раз не оплошаешь. Пожалуйста, давай, зацепляйся. Да твою-то мать, каким образом мне две чеки здоровья снесли, а? Скажите мне, друзья мои любимые, а? Как вы это делаете, твари? Две полоски одним выстрелом. Все, я выполнил это сраное задание. Наконец-то. Отдай, нужно увидеться. Подробности не по радио. Жду тебя. Где Шана, ты знаешь. Чё тебе надо, Нур? Да сдохнешь ты, нет? Наконец-то. Так, навыки надо прокачать. А, нечего прокачивать. Ну, я, как уже говорил, буду ветку тигр прокачивать. Я изменю свое решение, ребят. Я его изменю после того, как хотя бы половину ветки тигр прокачаю. А потом уже буду прокачивать ветку слон, ну и опять же ветку тигр. Забавно. Когда ты вернулся, я думал, устроим дома уборку. Смахнем пыль, потравим террористов. Весенняя уборка Кирату не повредила бы. Мальчик мой, тебе не пристало наемничать. Как думаешь? Борюсик, а тебе не надоело мне звонить по 100 раз? Парюсик, Моисеев, тебе не надоело мне звонить по 100 раз на день, а? Тварь такая. Да лечись ты, чё ты перестал-то лечиться вдруг? Мне интересно. Охрененно. Да не руби ты этим говном. А, боже мой. Я случайно нажал на F и меня убили. А, надо было мне давно умереть, блин. Так, теперь к Нур возвращаемся, ребята. Так, я не вижу ее задание почему-то.
Вот. Выполните задание компании для Нур. Наград большое количество очков опыта. Так, перемещаемся к Нур. Выполняем ее задание. И после выполнения ее задания, скорее всего, я на этом закончу. Либо же еще одно задание, ребята, выполню. Посмотрим, как пойдет. Так. Тут есть, слава богу, магазин. Слава богу. Так. Продаем. Так, покупаем, значит, бронежилет, аптеки по полной программке. Так, и все, наверное. Ну, оружие можно, конечно, какое-то купить. Хотя я не знаю, что можно тут вообще купить такого хорошенького. Я бы у тебя шкуры купил, на самом-то деле. Если бы можно было. Потому что я хочу еще один чехол для пушек сделать. Пополняем запасы и продолжаем свой путь. Так, 60 метров до нее бежать. Погнали. Рада тебя видеть, Аджай. Их было много. Что я мог сделать? Хочешь на арену? Опять на арену, что ли, она нас пустит? Мне вот интересно. Что ты хочешь? Че тут? Вены резала или у тебя месячные? Пола ждать больше нельзя, он уезжает. Освободишь мою семью, я буду твоей должницей. Юму, Пейгана, сдам тебе всех. Все хорошо. Ты с ума сошел? Мои родные умрут в муках. Спаси их, прошу. Пол устраивает вечеринку в своем логове. Там он уязвим. Мясо ему привозят из соседней деревни. Это твой шанс. Мой шанс? Доберешься. Это мне, что ли, надо? Я не пойму. Найдешь его там. Это шанс для тебя, что я буду сейчас тебе помогать. И не факт, что я тебе буду помогать вообще. Город боли. Ладно, погнали. Ёшкин кот, 3 километра пиликать, ни хрена. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тена. А в какой? А. Можно от Тритхи пойти, в принципе. Тиртхи. Блин. Перепутал название. Погнали. О, 1,5 километра вместо 3. Замечательно. Меня это радует, то что не придется 3 километра пиликать до туда. О, привет, Аджай, как дела? Кстати, как вы могли, ребят, заметить, на моем канале 2500 подписчиков. Что довольно круто. Мне нравится то, что подписчики начали набираться намного быстрее. Раньше в основном все отписывались, и подписок было мало. Но и сейчас, конечно, тоже отписываются люди. Я вообще не понимаю, зачем подписываться, если ты отписываешься потом. Это странно вообще-то. Вообще, ребят. Но зато подписываться стали больше, чем раньше. Так, давайте отметим точку, а то я опять сейчас запутаюсь, куда ехать. Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Вашему другу и родичу нужна работа. Пусть идет в трудовой лагерь «Дети будущего». Принимаются все кандидаты. Опыт работы не требуется. Ну, если это задание будет маленькое, то я еще одну миссию выполню. Если это задание будет, ну, в смысле, маленькое по времени. Если будет это задание средним по времени или большим по времени, то тогда я, ребятки, после выполнения этого задания серию закончу. Блин, вы мой бронежилет, тварь, ломаете, а мне он еще для задания нужен. Задолбали. Резкое торможение, ребята.
Задолбал ты меня, тварь! Задолбали вы меня, сволочи! Нехрен было меня убивать со спины. Получили свое? Ну, наконец-то. Самое главное, еще не отстают, стреляют меня, как крысы со спины. О, поляска на плевой опять. Да что ж такое, а? Придется 300 метров пешком идти. Ну ладно. Пойду пешком. Заодно еще и пулемет перезаряжу. Так, у меня в гранатомете 12 патронов. Замечательно. Так, коктейль Молотов, может, будем использовать теперь? Или гранаты? А, давайте гранаты использовать будем. Аджай, моя семья с тобой? Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Он крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно достать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Так, меня почти нашли уже. Осторожненько проникаем туда, осторожно. Со склада погрузить в транспорт. Если заключенные со склада до сих пор не погружены в транспорт... Убиваю его. Пока по стелсу попробуем пройти. Если не получится, то хрен с ним. Так, этого убивай быстрее, быстрее, быстрее. Жалко, у меня пистолет с глушителем нету. Надо было его взять, я же не знал, что по стелсу придется проникать. Ну ладно, хрен с ним. Так, пока что я только одного вижу. Проберитесь в грузовик, я понял. Сейчас я только его убью как-нибудь. А, вот тут пролезть можно было. Окей, ладно. Тогда убиваем его побыстрее. Я просто смотрю, что он дротики кидает и ни хрена не уходит. Проникните в заднюю часть грузовика. Погнали. А как они встревожились? Я же только зашел. Ой-ой-ой. А, то есть тут без стелса не пройти, да? Ясно. Нет еще. Но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно понял. Врасплох. Да кто палит? Вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Так сейчас, погоди, надо снова их убить. Ну замечает же кто-то. Твари, как вы заколебали меня, суки. Я почти дошел в прошлый раз, но почему-то меня спалили. Я уже сел в грузовик, и меня уже все равно спалили как-то. Нет еще, но я иду туда. А, ладно. Проберись туда тайно. Это важно. Пол крыса, а крысы бегут с тонущих кораблей. Поэтому тебе нужно... Да черт, ну ёб твою мать, задолбал ты меня, тварь! Каким-то образом заметил меня, я уже за камень встал. Боже мой, ну пробуем снова. Аджай, моя семья с тобой? Нет, что я туплю, в первый раз вроде бы прошел... Да что ж ты застрял еще? Первый раз вроде бы прошел, а во второй и в третий уже не получается. Поэтому тебе нужно застать его врасплох. Он устраивает вечеринку. Найди, где он отлавливает новых жертв, и смешайся с ними. Сейчас этот хренасос отойдет от меня. Сейчас он, ребят, пройдет дальше. Вот, замечательно. Давай, давай, быстрее, 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 пока он там свои делишки делает. Наконец-то. Ой-ой-ой, не, не бери эту хрень. Надо ручной пулемет взять.
вместо автомата Калашникова. Хотя автомат Калашникова — это классная вещь. Все-таки его разработал сам Калашников, ребят. И это тоже немаловажно. Так, в этот раз я надеюсь, я не оплошаю, как в предыдущий. Так, только я надеюсь, заключенные орать не будут в этот раз. А то в прошлый раз они, по-моему, орали. Все, заходим внутрь. Интересно, а как он меня палил? Я просто сел в грузовик. Забал. Странная миссия. Привези живым, если сможешь. Он должен заплатить за все. В последнее время в окрестностях пропало много людей. Так что если там есть пленники, помоги им выбраться, но не попадись. Блин, ребят, вы стебетесь, что ли? Я даже пистолет с глушителем не брал. Освободите рабов. О, боже мой. Ну ладно, попробуем. Пистолета с глушителем у меня нет. Мне придется тогда их расстреливать как-нибудь. Из пулемета, если... Нету пистолета с глушителем. Вот смотрите, ребята, их тут трое стоит. Спрячься тела. Дуплер предупрежден. Замечательно. А как мне по стелсу, ребята, проходить? Вы мне скажите, пожалуйста. Если пистолета с глушителем у меня не имеется с собой. У меня вроде... А, у меня метательные ножи есть. Обратно этот нож. Это нереальное задание, ребят. Ну чё ты туда-сюда-то маячишь? Хватит маячить туда-сюда, тварь! Ну, сбирайся. Спрячьте тела, погнали. Ай, ай-яй. Бросай сюда его. Ты не уважаешь клиентов. Получи. Так, чё, я туда не могу проникнуть? Клиент всегда прав, напомни. Странно. Сюда тоже не проникну. Фонарь бы включить. Блин, ненавижу такие миссии, которые по стелсу проходятся. И меня просто раздражает, ребят, на самом-то деле. А как в эти дома проникать, которые отмечены желтым цветом? Твою-то мать. Я просто мистер беспалевность. Только что как-то сжегся. Может, наверх надо? Попробуем. Может, с крыши я проникну как-то? А, вот здесь можно было проникнуть, окей. Не заметил. Значит, тот дом тоже можно таким образом проникнуть. Уходи, иди, спасайся. Ни хрена себе, уходи, иди, спасайся. Да, чувак, ты совсем с ума сошел? Как они могут убегать? Как они смогут убежать? Тут охраняемый лагерь, мать твою. Как он убежит? Точнее, она. Ты спас мне жизнь.
ее сейчас расстреляют, дебил. О, боже мой. Меня просто удивляют разработчики этой игры. Такая пешкодранчиком идет, думает, ее никто не заметит. Это просто очень круто смотрится на самом деле. Бросай его тело сюда. Пускай тут полежит. Блин, надо переулок какой-нибудь искать. Черт, их тут много. Не блюй, тварь. Да бери ты его, а не руби, дебилоид. Сейчас еще спалиться не хватало. Иди полежи там, тварь. О, нашел ход. Наконец-то. В прошлый раз, кстати, не мог найти. О, хорошо, что у меня эти метательные ножи есть. А то, в принципе, он меня мог спалить. Я уверен на 99,9%, то, что все они попадутся и их убьют. 99,9, ребят, процентов на самом-то деле. Кто бы что ни говорил. А, вот как тут можно было забраться. Забраться по канатам. Я и тут никак не мог вход, блин, найти в прошлый раз, когда тут пробирался. Чё ты маячишь, тварь? Не маячь. Иди, а полежи немножко. Да-да-да, намасте. Собал, а чё, блюешь, что ли? Отлично. А, нет, казалось. Спасенный, это еще один солдат в нашей армии. Теперь закончи дело. Войдите в кабинет Доплера. А, окей, погнали. Ну, как бы тут в основном женщины были. Как они помогут твоей армии? Мне интересно. Так, где же этот кабинет Доплера? Надо его искать. То есть на свету их могут заметить, я так понимаю, да? Потому что пишут, что спрячьте тела. Значит, в этом месте их могут заметить. Так, а вот здесь на свету лучше их не убивать. Так интересно, если я туда кину, меня заметят? Пипец. А, вон есть проход, окей. Блин, один нож просрал, к сожалению. Надо купить еще, если можно будет. Потому что метательные ножи очень понадобятся мне. Так, вот тут какая-то дыра в заборе есть. Чё ты орёшь, тварь? Иди полежи там. Так, бегать, естественно, я не буду, а пойду к Деплёру. Пешкодранчиком. Окей, нашел. Вход. Слушай, чувак, ты все двери закрыл, а не предусмотрел то, что я смогу по лестнице к тебе забраться. Вот ты глупый, а. Найдите кабинет Доплера. Так я вроде в нем. В мясницкой лавке какой-то. Классный кабинет, конечно. А, вот нашел, окей. Он был около мясницкой лавки. Сейчас Доплер такой выбегает. С ножом. Я помогу. Чувак, он сейчас наверняка выбежит. Нет. На тебя. И попробует убить. Его нету? Ну, хорошо. Правда, я не уверен, что Монгол выживет. А, ты хочешь так сделать? Ладно. Он замечательный. Просто чудесный. Нет, нет, нет. Это что?
Пол, я так понимаю, это самый главный в этой игре, а не Пэган Мин. Это как Вас и Хойт. Ладно. То есть он главнее, да, получается, ничего. Мина да этого. Это да нет, Пол. Все хорошо, давай. Да. Подожди минутку. Так же, как и в Far Cry 3, был главнее Хойт, а не Вас. Ну, главнее Вас. Да ты что? Потрясающе! Молодец. Уже ложишься? Зубы почистила? Минимум 10? Ну, просто прелесть. Поцелуешь от меня маму? Ты же знаешь, когда меня нет, ты у нас в доме за главное. Конечно, да, но у папочки работа. Подарок? Конечно. Чего ты хочешь? Кольцо? Нет, подходящего для моей красавицы пока не нашел. Может, что-нибудь еще? Ожерелье? О, золотое ожерелье. Ты знаешь, кажется, как раз такое я тут видел. Да, конечно, блестящее. Теперь папе снова пора работать, ладно? И я тебя. Да. Чмоки-чмоки, и пусть клопы тебя не кусают. Все. Пока, зайка. Прошу прощения. Да ты у нас хороший семьянин, я так понимаю. Заставлять ждать не в моих правилах, так что... Извини, буду исправляться. Та-та-там! Ты? На, тварь! Хе-хе! Круть. Вырубили его. Ёшкин кон, вытащите дублёра наружу. Да вы охренели, что ли, ребят? Как я его, по-вашему, вытащу наружу? Это как-то стрёмно будет смотреться, если мне охранники запали такие. Это что ты там за тело несешь, а, тварь? Ладно. Погнали отсюда. Смерть каждому мятежнику! Йо! А, то есть можно было палиться, да? Окей, ладно. Я надеюсь, там дуплер не умер от таких взрывов. Так, надо выбираться отсюда, пока подкрепление не подоспело. Так, погнали, дуплер. Да не бери ты это дерьмо, бери дуплера. Ну не дерьмо, а этот калаш. Давай. Бери дуплера. Да что ж такое? Еще какой-то гаденыш подбежал. Вроде бы, думаю, всех убил, и еще какой-то ублюдок подбежал. Да где ты? Я тебя не вижу. Так, перезаряжай, перезаряжай этот пулемет, давай быстрее. Ну что, дуплер, погнали. Оп. Так, снова 90 метров нам надо идти. Хорошо, что я всех убил. Вроде бы никто не должен со мной сражаться. А было бы прикольно, если бы мне понадобилось эту миссию... эту часть миссии по стелсу проходить. Я бы тогда вообще охренел. Да конечно, чувак. Я же проскочил вместе с дуплером. Назад! Ёшкин кот. Я испугался. Ребят... Вы что, меня заметили, что ли? Да не пинай ты его, а бери в руки. О, боже мой. Пока ты возьмешь, давно эти ублюдки начнут тебя стрелять. Ё-моё. Ребят, вы посмотрите на карту. Посмотрите только на карту, черт возьми. Мне повезло на самом деле, то, что у меня пулемет есть. Мне крупно повезло. Так. Покажи, на что способен. Ну, показал, тварь. Ты доволен? Я надеюсь, ты доволен, чувачок. Так, патронов у меня, правда, мало, но да ладно. Ой,
Эй, чувак. Поспокойней будь, поспокойней. Блин, патронов уже не осталось, конечно. Для пулеметчика моего любимого. Все, берем. А, наконец-то доплер. Да бери ты его, не пинай. Косорука это обезьяна, а? Руки что ли не с того места растут, я не понимаю. Вот, ребят, мы и выбрались. Из убежища доплера. А вон и тачка. Для нас даже тачку любезно достали. Да ты можешь тачку-то открыть. Ну еще рубануть его. Ты долбанутый, что ли, скажи мне, пожалуйста. Только что его рубанул и теперь поднимает. Чувак, да ты просто красавец. Ну там не умер, блин, от такого удара, мне вот интересно. Ты хоть закрой багажник, а то он выползет. Ой-ой-ой, доставьте деплёра до золотого пути. Погнали. Так, надо отметить золотой путь. О, он близко, слава богу. А, нет, это контрольная точка. Привет тебе, Абнур! Она все думает, что семья жива? Да мы их давно убили. О, нет! Те письма моей мамочке. Да я сам их писал. Чувак, да хватит блефовать. Я знаю, что ты врешь. Я сказал ей, что это для друга. Моя Эшли умеет слезу вышибить. У нее точно есть задатки писателя. Че это было? Живой? Странно, что ты его не убил. Да жив я, придурок недоделанный. Пусть обживается. Кто это сделал? Тупые дикари! Пустите! Стойте! Стойте, мобильник! Аджай, мобильник у меня в заднем кармане! Дай мобильник, прошу! Аджай, прошу! Пожалуйста, мне нужен телефон! Отвалите, макаки! Эшли! Эшли, папочка тут! Посидишь. В скунс-камере. Спасибо, Аджай. За нами должок. А Пол — наша забота. Скучать ему не дадим. Ну, давай, до встречи. Ну что ж, задание было довольно-таки длинным по времени, так что на этом, ребятки, серию закончу. Сейчас Аджай, кто-то нам звонит, только прослушаем. И его крепость Варшакот уязвима. На твоем месте, брат. Я бы этим воспользовался. Так, ну надо еще прокачаться, конечно. Сейчас прокачаемся. Хотя нет, не буду прокачиваться, потому что этот момент наверняка не сохранится. В следующей серии уже прокачаемся. Так, задание золотого пути нас ждет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.